Важные вопросы о катаракте. Каким будет зрение после удаления катаракты? Операция устраняет все изменения зрения и утраченные зрительные функции, связанные с катарактой. Но если катаракта сочеталась с близорукостью, дальнозоркостью или астигматизмом, то с помощью специального подбора и расчета хрусталика мы можем устранить и эти аномалии рефракции и получить остроту зрения больше ожидаемой.